Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале, и сегодняшнее видео будет интересно тем, у кого имеются китайские автомагнитолы, а именно тем, кто недоволен качеством звука в своих китайских автомагнитолах. У меня также имеется вот такая автомагнитола Zipin 7002. По ряду причин я использую данную автомагнитолу в домашних условиях. На базе магнитолы я сделал самодельный стационарный музыкальный центр. О том, как и из чего я делал данный музыкальный центр, можете посмотреть соответствующее видео на моем канале. А в сегодняшнем видео я буду пытаться улучшить звук данной китайской автомагнитолы. А именно, буду менять выходную микросхему в данной магнитоле на более качественную. Обычно в бюджетных китайских магнитолах стоит выходная микросхема TDA7388. Данная микросхема обеспечивает довольно посредственное качество звука. Несмотря на то, что заявлено, что микросхема выдает 41 Вт максимальной мощности на каждый из четырех каналов, на деле номинальная мощность не более 70 Вт. Я буду менять данную выходную микросхему на микросхему TDA7850. На AliExpress я заказал набор для замены данной микросхемы на TDA7850, а именно в состав набора входит конденсатор 10 тысяч микрофарад, термопаста и сама микросхема. Микросхемы взаимозаменяемые, и как заявлено, данная микросхема TDA7850 обеспечивает уже довольно приемлемое качество звука, более упругий и мощный бас и более живой звук. Для замены необходимо просто выпаять старую микросхему и впаять за место нее новую. Остерегайтесь подделок. Зачастую на AliExpress продаются микросхемы TDA7388, которые просто перемаркированы. Самым простым способом определить, какая же микросхема установлена в вашей магнитоле, это замерить сопротивление на выходе автомагнитолы, а именно на выходе, куда подключаются колонки, акустические системы. Сейчас я замерю свои автомагнитоли сопротивление на выходе. Обычно в автомагнитолах, в которых установлена микросхема TDA7388, сопротивление составляет около 100 Ом. Вот вы видите, что сопротивление всего 124 Ома. И можно сделать вывод, что там действительно установлена микросхема TDA7388. Сопротивление на выходе микросхемы TDA7850 должно составлять около 3 кОм. Магнитола извлечена, теперь необходимо разобрать корпус магнитолы. Магнитола полностью разобрана, и теперь необходимо выпаять эту микросхему, а также этот конденсатор, и заменить их на те, что были приобретены. Ножки старой микросхемы мне пришлось отломать. Как и ожидалось, здесь была установлена микросхема TDA7388. На ее место я поставил новую микросхему. Сейчас ее запаяю и выпаял старый конденсатор.
Также заменю старый конденсатор на новый, более емкий. Я впаял микросхему TDA7850 взамен штатной. Довольно долго провозился, пришлось с помощью иголки почищать отверстия от старых ножек и припоя. Даже повредил одну дорожку, пришлось ее заменить монтажным проводком. И еще возникла проблема, ножки конденсатора, который подлежал замене, не входят в отверстие в печатной плате. Слишком маленький, пришлось пока оставить штатный конденсатор. Попробую, если с ним будет нормально работать, то оставлю. Нет, так буду приделывать этот. Ну что, можно промазать микросхему термопастой. И начинать сборку. Прежде чем окончательно собирать магнитолу, давайте я замерю сопротивление на ее выходе, чтобы убедиться, не является ли TDA7850, которую я приобрел, подделкой. Как я уже говорил, сопротивление в настоящей микросхеме должно быть около 3 кОм. И вот вы видите, сопротивление 2,89 кОма. Это говорит о том, что, скорее всего, микросхема настоящая. Ну что, теперь можно окончательно собирать музыкальный центр и приступить к тестированию звучания. Ну что, можно перейти к тестированию звучания. К сожалению, из-за авторских прав я могу сейчас включить только музыку с YouTube, которая без авторских прав. И, к сожалению, музыка через интернет идет помимо эквалайзера, как бы в режиме флэт. Давайте попробуем включить звук. Звук я буду записывать на камеру Panasonic. Не знаю, насколько передает микрофон камера звучание, которое я слышу через колонки, но, на мой взгляд, звучание стало мощнее, звук живее и пропал эффект, который называют пердением при большей громкости. Не скажу, что звук кардинально совсем изменился, но явно он стал лучше.
сожалению, у меня сейчас нет осциллографа, чтобы замерить реальную выходную мощность, которую выдает автомагнитола. Ну, я уже заказал с AliExpress осциллограф. Сейчас вы видите модель и страницу продавца того осциллографа, который я заказал. И я обязательно замерю выходную мощность и покажу, сделаю по этому поводу отдельный ролик. Так что смотрите мой канал. Как всегда, все ссылки в описании. В описании ссылка будет на микросхему, а также на магнитолу, которую я покупал на AliExpress. Все, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Кто хочет что-то дополнить, пишите комментарии. Всем пока. С вами был Константин. Oh,